В течение 2 лет в рамках проекта при поддержке Европейского социального фонда помощь получит 200 человек. Основная задача проекта – помочь людям приобрести уверенность и научиться выгодно себя преподносить на рынке труда. Воскресным утром в Центре развития «Абитус» собралось десяток молодых матерей, которые хотят найти себя после того, как у них появится больше свободного времени, и они смогут приступить к работе. Пришла сюда потому, чтобы раскрыть в себе новые качества. Я не ходила на работу в течение 1,5 лет, и я не знаю, хочу ли я вернуться к своей профессии. Может быть, я найду другое направление. В общем, нахожусь в поиске. По мнению психолога, воспитание ребенка – тяжелая работа, несмотря на элементарность действий. Но не все мамы отдают себе в этом отчет. Когда мамы остаются дома с маленькими детьми, то начинают чувствовать себя неуверенно. Они чувствуют, что отстали от времени, что не умеют больше ничего, что никому не нужны. И эта неуверенность начинает очень сильно угнетать. Когда они сидят дома 1,5 или 3 года, у них возникает чувство, что никто в них больше не нуждается. Помимо занятий с мамами, Центр развития будет также помогать людям, которые потеряли работу. К услугам желающих работа как в группе, так и индивидуальные занятия с психологом, помощь юриста и специалиста по поиску работы. В течение 2 лет индивидуальную консультацию получат около 200 человек. Программа предусмотрена для людей, которые потеряли работу или боятся, что ее потеряют. Мы имеем дело с консультационной программой, которая состоит из нескольких частей. Мы проводим групповые занятия, одно из которых вы сейчас видели. Параллельно работают 2 группы. Одна для мам, которые сидят дома с детьми, и вторая для остальных. Программу финансирует Европейский социальный фонд, и участие в ней для всех желающих бесплатно. Занятия проводятся на эстонском языке. О событиях в мире.